значимое событие для любителей истории и старины. Юбилейный 40-й салон, прошедший этой весной, не стал исключением. В нем приняли участие более 200 галерей из различных городов страны. Живопись, ювелирные изделия, фарфор, иконы, редкие книги – все это не просто желанные экспонаты для частных коллекций, но и часть культурного наследия всего мира. Российский антикварный салон – это самое представительное событие в этой сфере в нашей стране. И мы очень рады, что мы участвуем в юбилейном 40-м антикварном салоне, представляем результаты нашего труда и имеем возможность общаться с людьми, которые по-настоящему чувствуют ценность вещей, которые приходят к нам из глубокого прошлого. Это не только предметы антиквариата, предметы старины и декоративно-прикладного искусства, но и, безусловно, такая вещь, как память об истории своей семьи. Нам кажется, эти вещи связаны друг с другом напрямую. Стенд Международного генеалогического центра действительно привлек внимание многих посетителей салона. В первую очередь ценителей редкости и эксклюзива привлекала книга, которая по праву считается гордостью МГЦ – «Семейная энциклопедия сердцем с Урала». Это результат длительного очень исследования, то есть только 1.5 года велось исследование, и была восстановлена информация по нескольким линиям вплоть до середины 17 века, то есть 1672 год – это наиболее ранний родственник, который был найден по архивным документам. Был восстановлен советский период, есть история, которая была связана с участием в Великой Отечественной войне, то есть это действительно комплексный проект образцовый, который длился много лет, и результатом его стала такая фамильная энциклопедия, оформленная в ручной переплет с золотым тиснением. То есть, скажем так, это исследование, которое достойно эксклюзивного оформления. И все же основная цель Международного генеалогического центра на антикварном салоне – не демонстрация своего продукта, а пропаганда генеалогии как интересной науки, увлекательного хобби и важного инструмента для сохранения памяти об истории рода. Многие посетители салона именно здесь впервые узнавали о том, что информация об их предках может быть найдена не только в семейных альбомах, но и в архивных документах. Меня очень радует, что люди интересуются с каждым днем все больше и больше. То есть я так подозреваю, что, скорее всего, уже вопросы какие-то хлебонасущные, крыши над головой решены. И сейчас уже больше потребность как раз понять, кто я, через призму уже знания своего рода, истории своего рода. Ни для кого не секрет, что архивный поиск для обывателя – задача непростая, а обращение к специалистам – услуга не из дешевых. Именно поэтому МГЦ планирует запустить сервис, который поможет каждому желающему провести свое собственное генеалогическое исследование. Разрабатываю специальное программное обеспечение, которым можно будет пользоваться через интернет, для того, чтобы каждый мог своими руками, используя этот сервис, находить документы по истории своей семьи. Он один документ находит, второй документ находит, третий. И таким образом он сможет восстановить, то есть пользователь, историю своей семьи своими руками, как бы не выходя из дома. Этот сервис будет платный, но доступный для большинства населения. Сервис будет запущен в ноябре этого года, поэтому у посетителей антикварного салона, а также у всех, кто планирует заняться изучением своей родословной, есть время для того, чтобы поставить вопросы, ответы на которые дадут архивы.